Всем огромный-огромный привет! Сегодня будем готовить обалденный плов. У меня есть вот такой набор для плова. Здесь уже в наборе есть рис и натуральные специи внутри. Также я порезала много морковки. Морковку я всегда стараюсь резать вот таким брусочком. Одна большая луковица. И буду делать сегодня плов с куриным мясом. Получается вкусно, быстро, без заморочек. Смотрите, вот такие вот натуральные специи. Буду их добавлять. И также рис. Рис сейчас я высыпаю в обычную такую миску. И, конечно же, его нужно промыть. Промываю в 10 водах. А для начала я пока в казанчик наливаю небольшое количество растительного масла. Буквально пару столовых ложек. И первым делом отправляю лук обжариваться. К обжаренному луку отправляю морковь. Морковь я взяла как бы побольше, чтобы было повкуснее. Сейчас все перемешаю. И уже сейчас буду сюда добавлять курицу. Курицу я нарежу помельче. Не буду крупными кусочками. Прям немного мельче нарезаю и отправляю сюда к морковке. И вот такими кусочками отправляю куриное филе. И где-то вот так. Добавляю к мясу и овощам специи для плова. Всю упаковочку, которая была в наборе. Измельчаю чеснок. Я люблю чеснока побольше. Добавляю 200 мл от общего объема воды. Конечно же, все перемешиваю. Закрываю крышкой и тушу мясо с овощами. Примерно где-то минут 20. Смотрите, какая получается уже невероятная красота. Мясо с овощами у меня протушилось 20 минут. Теперь я засыпаю сюда рис. Постарайтесь его равномерно распределить, как бы притопить туда в мясо, но перемешивать ничего не нужно, я не перемешиваю. Вот так как бы равномерно распределен просто. И аккуратно добавляю сюда оставшуюся воду. Закрываю крышкой и готовлю 20 минут. Прошло 20 минут, я уже снимаю крышку, смотрите, какой красивый получился, и уже в этот момент можно перемешать. Ну и вот такая красота получается, а аромат вы просто не представляете какой. Пробуйте, готовьте. Список специй, которые идут в этот плов, я напишу отдельно, потому что, может быть, у вас есть рис, не обязательно это покупать в наборе. Может быть, у вас есть рис отдельно, специи данные отдельно. Ну и, конечно же, мясо можно взять любое. Хотите баранину, хотите говядину, хотите свинину. Кто-то вот любит вот так. Я, например, с курицей очень люблю. Делаю из индейки всегда. Получается очень вкусно. Пробуйте, готовьте. Всем пока.